Харьков и Литва переходят на новый уровень дипломатических отношений. Почетное консульство Литовской Республики открылось на улице Академика Павлова, 323. Открытие почетного консульства в Харькове – это новые возможности для международного сотрудничества в разных сферах, уверен чрезвычайный полномочный посол Литвы в Украине Мариус Януконис. Теперь его соотечественникам есть куда прийти со своими проблемами. В планах и укрепление экономического сотрудничества между представителями Харьковщины и бизнесменами Литовской Республики. Мы давно ждали этого момента, когда смогли бы открыть почетное консульство в городе Харькове, втором по величине городе Украины, городе с огромным потенциалом, большим экономическим, культурным и научным центром. Я думаю, мы имеем много общих возможностей и будем с помощью почетного консула их использовать. Кроме этого, говорят, в консульстве дипломатическое представительство будет знакомить харьковчан с литовской культурой и традициями. Почетным консулом Литвы в Харькове стал бизнесмен Константин Токарев. Это будет многогранная работа, тут и гуманитарная, и медицинская, и обмен студентами, очень много. Но Литва – это лидер по предложениям работы с Украиной на сегодняшний момент. По словам вице-губернатора Михаила Черняка, дружеские отношения между Украиной и Литвой получили развитие на региональном уровне. Со своей стороны областные власти гарантируют всестороннюю поддержку инициатив и проектов, которые будут реализовываться консульством. Литовская сторона нас очень как страну поддерживала в ходе сохранения нашей целостности, безопасности нашего государства. Поэтому это была заметная, активная, ведущая роль на международной арене. И очень важно, что продолжение наших дружеских, теплых, партнерских взаимоотношений получает продолжение на региональном нашем уровне. Это уже 10-е литовское консульство в Украине, рассказывает чрезвычайный полномочный посол Литвы в Украине Мариус Януконис. По его словам, Харьков имеет большой научный, академический и культурный потенциал. Поэтому в консульстве будут стараться развивать как можно больше новых проектов. Юлия Жукова, Алексей Жучков, медиагруппа «Объектив».